он на нас развернулся. Надо вытаскивать от этого, от острова. Чтобы он скелетиков не заметил. Да. Пошли отсюда. Тут там уж и корабль, но там нихера нет, я уж прочекал. Он на наш остров просто так идет, потому что... Вот петух. Да, он за своим задачем. Он не на нас идет, он просто на наш остров идет. Надо валить тогда этого засранца. А мы его не завалим. Ну, смотря насколько он туп. Ну давай, сейчас исчезай. Он паркует за нашим островом, можно попробовать и завалить. В хвост ему зайти. Он на нас, вот на нас выворачивает. Пока не агрессивно, не надо. Да не надо агрессивно, чувак. А вот сейчас мы пизделей получим. Я повернуть успею корабль. А, ты хочешь сказать, он не агрессивничает? Вот пусть за нами идет туда. Ну, скелетов уже увидел. Ну и что? Кому нужны обычные скелеты? То, что он там синький, ты же... Все, встал на якорь. Разворачивайся. Он встал на якорь. Сейчас я бросаю якорь. Выворачиваю влево. Поднимаемся, подходим, разворачиваемся ему к его носу боком и начинаем его дрючить. Перед носом вставай, перед носом. Я плыву. Давайте паруса. Я подниму. Почти вышли на позицию. Там на носу кто-то стоит, походу. Да. Ну чё, я пошел? Давай. Левей. Пытаюсь. К нам выплыл. Я видел, видел. Двигаться начал. Чекай, палубу, походу, сейчас залезет. Он тонет. Он утонул. Он утонул. Мы сегодня просто это... Черная борода его подруга. Вернее, рыжая борода. Вон, и сразу зарезали сундуки рядом с нами. Какие сундуки? Ну, не сундуки, эти бочки. Разворачивай так, тогда. Где эти балбесы теперь? Там интересно. Плавают. Двоих видел. Надо валить балбесов. Чё, паруса убираем? Да. Они могли уйти на этой сейчас. У меня скелетов только вижу, их чё-то нет. Я видел одного, я ему шмальнул из этого, и за акулу за ним шла. Давай, знаешь, как я пойду проверить, что там осталось после них, если что, отреспли. Давай. Вот, прям на игрока выбор. Охренеть, вот эта меткость. Они тут с акулами дерутся и скелетами параллельно. Внимание. Да, они скелетов принимают активно. Где они там? Сейчас. Один минус. Второй так, тоже. Скелет. Так, третий. Еще, по-моему, третий был. Ты его на скелетах вальнул? Ну, вроде да. Или его скелеты вальнули, там непонятно.